Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот батончик Красный Октябрь Аленка со вкусом крем-брюле, шоколад с начинкой. Покупала его в фикс прайсе. Вот, фотография на состав будет в конце ролика, как всегда. Здесь 42 грамма. Состав здесь обыкновенный, небольшой. Также вот здесь вот, видимо, изготовитель, вот все такое. Все это будет в конце ролика. Вот, и давайте его попробуем. Также наша тарелочка с ножиком. Хочет вылазить, не хочет. Ой, 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 уже сломался немножко. Ой, что-то он мягкий, мягенький он. Опа, вот такой. Ой, какой красивый, батюшки. Вам видно? Видно вам. Смотрите, какой он красивый. Смотрите, как классно. Такой батончик можно подарить на любой праздник, я думаю. Довольно симпатично, если, конечно, при раскрытии увидят, какой он красивый. Потому что, я думаю, не все смотрят, что батончик красивый. И давайте его попробуем. Сейчас мы его разрежем. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кусочков, то есть на компанию по кусочку можно. Вот она внутри, начиночка. И тут такая вот. Он очень мягенький такой. Вот, давайте вот так все сделаем. Давайте я его попробую. Да, действительно, шоколад чувствуется. Ну вот прям как бабаевский, например. Просто там шоколад обыкновенный. И что-то мягкое, наверное, да, крем-брюле. Не приторный. Такой нормальный, сладкий. Вкусный. Можно как ребенку подарить, в принципе. Также и в подарок. Да, такое послевкусие, какое-то топленого молока, наверное. Вкусное, хорошее. Давайте еще попробуем. Довольно ровненько здесь все. Так, так, на этикетке у нас. На этикетке у нас почти так же. Только кажется, что побольше была на этикетке. Если она... Хотя, в принципе, может быть, и рисунок, кстати, такой же. Да, мягенький такой, приятный вкус, кушать его.
Я сначала, честно говоря, когда покупала, думала, что это не крем-брюле внутри, а какая-нибудь типа нуга, что-то вот такое вот. Почему-то мне так показалось. Это очень мягкая такая, для беззубых людей самое то. Вот, напишите в комментариях, чем вам понравилось, не понравилось вам. Такой батончик, пробовали ли вы его. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Смотрите также влоги мои, где я воспитываю сыночка маленького. Как он играет. Как мы гуляем. Скоро будем гулять уже. Скоро лето. И всем пока-пока.